Диалог молодежи со старшим поколением будет важен и актуален всегда. Порой нам кажется, что человека в 17 лет и человека, допустим, в 50 волнуют совершенно разные вещи. Но это не совсем так. Точек соприкосновения немало, особенно если все мы живем в одном городском округе, а значит, хотим мы того или нет, нас интересуют схожие вопросы. Это подтвердили старшеклассники школы номер 4 имени Климука, которые встретились с депутатом Московской областной думы Владимиром Шапкиным в рамках акции «5 вопросов депутату». Как показала встреча, ребят волновали разные вопросы, но большинство из них все же были связаны с жизнью родного Щелково. На сегодняшней встрече с Владимиром Николаевичем я задала вопрос о том, что в 2019 году Щелковский муниципальный район преобразован в городской округ. И мне стало интересно, как же это повлияет на жителей и на жизнь округа в целом. Я задал вопрос про транспорт в Щелково, потому что этот вопрос меня действительно волнует. И после школы мне нужно будет как-то добираться. Да, Владимир Николаевич полностью ответил на мой вопрос, рассказал, как в дальнейшем будет развиваться транспортная сеть в Щелково. Ответ меня полностью удовлетворил. Акция «5 вопросов депутата» всегда проходит в формате свободного общения. Оно помогает молодым людям поближе познакомиться с процессом работы властей, а также обсудить волнующие их темы. Здесь вот ребята собрались целеустремленные. Их больше интересовала профессиональная составляющая область законодательства, творческой деятельности, вообще вся внутренняя кухня работы органов государственной власти, области, органов местного самоуправления здесь, в Щелковском районе. И во многих вопросах, кстати, не разбираются. Да? Ну и, конечно, еще раз убеждаюсь в том, что они устремлены в будущее. Конечно, такие встречи крайне необходимы. Благодаря им устанавливается взаимопонимание между старшими и младшими. В школах Щелковского городского округа акция «5 вопросов депутату» действует уже больше 3 лет. Но это можно считать лишь началом. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».